Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Складис, продажи запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы заменим верхний шлейф с фронтальной камерой и с датчиком приближения. Приступим. Для начала необходимо открутить два нижних винтика. Открутили. Отщелкиваем дисплейный модуль от корпуса. Это можно сделать металлической лопаткой. Аккуратно. Отщелкнули. Теперь необходимо открутить 4 винтика металлической защиты. Откручиваем. Если на вашем аппарате не работает фронтальная камера или датчик приближения, то в 80% случаев замена верхнего шлейфа вам поможет. В 20% случаев проблема может быть иная. Сняли металлическую защиту. Теперь отщелкиваем шлейфа. Их 3. Отщелкиваем. Откручиваем 3 винтика. И третий. Открутили. Снимаем металлическую защиту. Убираем динамик в сторону. Вынимаем шлейф. Он приклеен. Но его несложно отсоединить. Вынули. Берем новый шлейф. И устанавливаем. Устанавливаем слуховой динамик и накрываем его камерой. Камеру направляем в направляющую. Устанавливаем металлическую защиту. Прикручиваем 3 винтика. Первый. Второй. И третий. Теперь необходимо установить дисплейный модуль в корпус. Для этого защелкиваем 3 шлейфа. Устанавливаем металлическую пластину. Ее необходимо прикрутить на 4 винтика. Прикручиваем. Первый. Второй. Третий. И четвертый. Теперь необходимо защелкнуть дисплейный модуль и прикрутить два нижних винтика. И все. Мы вам показали, как самостоятельно произвести ремонт. Все необходимые запчасти вы можете приобрести у нас в интернет-магазине. Продаем запчасти по всей России. Либо обращайтесь в наш сервис-центр, где мы устраним любую поломку профессионально. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.